А что вы тут делаете? Новый ремень снимаю. Будете ставить старый? Ну а куда ты на таком ездить, блядь? Сижу, жду, когда этот рапс смолотит, когда его намолотит меня. Это будет еще не скоро, походу. На Дону нет такого трехрощевого с полесья. Бля, уже какой-то, блять, заебали они, а? GPS сбили. Ну видишь, уже все, ничего нету. Ну это ж нормально, она тебе и пропала. Не, ну а красным все, ну это, ну, понятно, не пропала. Козявками залепить. Черкашами. Еще лучше, блядь. Ладно, черкашами вы у себя лепите. Нет, у нас, как инженер скажет, нас спасет пена, нахуй. Монтажная. Он тебе не передал, кстати, это свои азы? Да. Владение монтажной пеной. Какой-то охуевает. Как так получилось? Ебать мой хуй, да? Как откуда? Оттуда. Они его доили как могли. Может, смотрю счастливее. Походу, блядь, перепутали крантики. Ну, вот там он теперь нагадался. Я жалко, ты Ниву продал, слышишь? Мы сейчас с Нивы что-нибудь придумали. Слышишь, привод хуёт. Мы на Ниву посадили бы. Он что, хотел? Да. Ну, какой, блядь, Ниву. Ну, какой? ВСК 5М1. Что скажешь по поводу этого комбайна? Да ему уже давно, я сказал. Алис пришел. Мне тогда это, комбайн списывать будут, Миша, лестницу подари. Виталий, да, за хуйня. Лестница пиздата, мне нравится, алюминиевая, легкая. Я ее к себе перегрузчик приделаю. Нихуя себе тут, они без этой хуйни приехали, досок тут напихали, блин. Ну что, пойдем? Посмотрим? Пошли, Мишка. Пошли в новый склад посмотрим. Под зерно. Там вчера, блядь, в Майнкрафт играли, нах. Из кубиков строили, нах. Ёпрость. Нормально. Вот это да. Вот это складское помещение. Я все видел. Такого я никогда не видел. Тут живут, такого века не видел. Ну и что, много сов лезет, что ли, зерна? День помолотим, нах. Да какой день, если всем что тут есть? Ну, всем да. Он же проехал. Куда едем, шпроты? В поле! Магазин заезжать будем? Да. Лех мороженое обещал всем купить. Конечно, что я купил, в этом харе сожрал. Я ты крейс. Вкусно было. Я сначала одно кушал, ехал, потом она потаяла. Свиридов второй начал кушать. Ну не то, что вкусно, да? Ну не сказать, что по вкусу вкусно, но по сути вкусно, нахуй. Давай, выходи, вова. Давай, неправильно взял, переверни. Так что штурвал будет. А так. Вот так? Да. Алёша, 36 годик. Да. Убери, бля! Здесь видеосъемка запрещена. Вырубаем камеру. Камеру вырубаем. А тебе 36 или 37, я забыл? 41. 47? Я на пенсию, ёбка. Это мрак, бля, как так есть можно, нахуй? Он даже, мне кажется, в таком положении только можно небо видеть, слышь? Небо там видеть. Не, он от солнышка спрятался, она не закатывает. Камеру, может, я включил. Авторские права придут. Мансибаться? Съёбывайся. Вытаскивайте меня, нахуй. Съёбывайте отсюда, нахуй. Спасибо. Мне? Да. Вы с маской, блядь. Тут тетя надо вышить.
есть метр с кепкой? Метр 70. Нихуя себе. 6, что случилось? Это, наверное, в прыжке, да? Как уебал, блядь. Эх, не получилися, не получилися, масленки сюда вперед подогнать не получилось, придется протрагиваться, помазать крестовины, а тут не получилось, и тут не получилось, да, ни вверху, ни внизу, тоже спереди, да? А, там как раз спереди, там можно колесо вывернуть в сторону и получится. Сейчас надо кожух скрыть, цепочку новодельную посмотреть, помазать. Короче, сейчас, да, займемся техническим обслуживанием. Она падла шелестит уже, хотя ее маслицем помазал. Не внушайте на меня доверие, эта цепь. Вот она, эта новая цепь. Ну, в целом, вроде бы еще живая. Хотя есть уже слабинка. Я поднатягивал потуже ее. Ладно, сейчас этот подшипник мазану чуть-чуть. И, в принципе, хрен бы с ней, может ее тоже помазать чуть-чуть. Я ее так полил, когда собрали здесь сани маслица, чтобы она не шелестела сильно. Ладненько, тогда, в принципе, можно закрывать, пускай походит, в принципе. А что вы тут делаете? Новый ремень снимаю. Будете ставить старый? Ну а куда ты на таком ездить, блядь? Давай, Лёдя, открой что-то. Открой вот эти два болта. Давай. Берём, ебёт, я говорю, он тут делов наделает, пиздец. Да, не симпатичный он какой-то. Я тут завчера, он у меня тогда... Вот, это я видал, вон, видишь, под первым. Вон, а, блок. Вон туда ты мне показывал. Ну, а это вот, это завчера, этого не было у них. Какие-то интересные ремни, да, кусками рвутся на... Я говорю, еще, мне кажется, денечек, и он улетит. Ну, ты видишь, он чей есть-то? Чей? Германский. Ага. Качество. Ага. Если он родной, он отходил хуй знает сколько, ему ничего, он единственное, он растянулся. Ага. Ну, он начинает, завтра начал потек, где мне ролик пук и пролетел туда. Ну, придется сейчас его ставить, как более-менее, сейчас полетит. Ну, а что делать? А, ты старый поставишь, да? А где его, ебать, новый? Вот он новый. Мне на уборку даже не хватило. Неудобно, Мико? Надо найти еще что-нибудь похожее. Ну да, ну нет такого трехрущевого. С Полесья. А ты потом гайку заколебешь, скажем. Я долго сидел тогда. Там же тросик мешает. Ну понятно, может тебе подавнее, а я своим садинку просто там заколебал. Я говорю, я в тот раз мне что-то не получилось снять. Я пришел. Отверточку какую-нибудь надо. Не отверточку, я просто там снимал. Проворачивай нахуй.
Заводи, Коля. Поворачивай. Не, бля, отвертку можешь принести. Может, отвертку принеси, Лёв? Нет, это там придется. Подсунешь отвертку и вытащишь. Серёг, туго, да хуя еще. Вот этот бортик не дает. Лезь, Колян, туда на выгружной. Ключ бери. Тут болт откручивай. Сейчас он не достанет, сверху. Не стало, Николай. Я что-то звонил, блядь. Вот, колесо заскрипело, блядь. И колодки хуяли. На велосипеде? Да, блядь. На велосипеде колодки заскрипели. Велосипеде колодки? Ага. О, наш, поехали. Бля. Ошкурили всех. А, ты снимаешь, да? А мы орём. А кто это был? Товарищи Ментосы. Ага. 20 штук поедел? Да. Ну, ёп! Мишань, а тут особо не видно, что она какая. Ну, я тогда наверх поеду. Мог бы на руль замотать его. Ты на сиденье везешь. На фоне ноги. Нахуй я меня, блядь. Сядь, он растянул. Ну, придется заедь. Давай, Коля, что не придется. Но на нем и муха не еблась, да, Лёх? Да растянутый. Ну, это фирма. Сядь. А. Волок, будешь пухой ходить. А ускоритель тебе как крутить? Надо что-то придумать, Лёх. Да. Отдельный привод. Колян, посажу, будет педали. Ускорить. Надо еще один ролик, слышишь, натяжной. Нет, они там все стоят. Ну, наверное, с 8 было. Да я тоже что-то, блядь, это. Мы ж тут стоим, так тут нет нихуя. Блядь, не подходит. Не такой, да? Не такой. Лёх, я знаю, тут надо пропустить его весь целиком под роликом, слышишь, дотянется. Здорово придумал. Голова. Сам дурак, нахуй. И вот эта вся хуйня в эфире, блядь. Да. Какая? Какая в эфире, кстати? Что случилось? Ты... Сам дурак, сам это. А, ну да. А хули он, Сереж, заебёт? А думаю, что он мне это, мне ж Коляна оттягнул. Это не ролик. Вот. А? Что делать? Я не пойму нихуя. Ты охуевший? Повис? Все, отпускай. О, оставляй так. Походит. Ну, блять, я все практически натянул. А вообще его заебись. Это не мой, значит, ремень, мой уже пролетел давно. Ты вообще вытянулся, да? С тратором не то. О, глянь, запустился. Вентилятор запустился. Ну, поехали молотить. Время уже 20 минут 11.
Мишка идет не в полную жатку, все не вылазит, он оставляет немножко себе побольше, чтобы развернуться и добрать полоску. Ну, чтобы идти не метр там добирать, а хотя бы там 3-4. Поэтому разделил пополам где-то полоску. Сейчас он к Лёшке поедем, как раз он тоже уже потихоньку набирает. У нас трактор 1221 с пожарной бочкой выбыл из строя. Не смог он доехать. Колян ехал вместе с пацаном, с охранником, который бдит тут с нами. Точнее, за нами. Смотрю, что-то, блядь, малый выскочил, блядь. Дым какой-то, короче, замкнул провод, потому что погорели провода, блядь, силовые. Я тебе сказал, даже аккумулятор прогорел. Он его с толкача завел. Короче, Колян с бочкой поехал на бригаду. Ну, без всего. Без приборов, без генератора. Значит, там хорошо что-то коротануло. Ну, я видел, что Колян сразу же полез назад, где аккумуляторы стоят. Захватываешь, Лёв? Хуй там полметра не лезет, блядь. На той месте уехать, на ту сторону, а мне как раз то обратно, ну ладно. Что-то денек у нас хмурится сегодня. Прям на дождь натягивает. Ветер поднялся. Да молотили, ребята, пшеницу. Че хотел? Ничего. Че такая тебе метла какая-то странная? Даже у меня подлиннее будет. Ушатал Сергея Николаевича метелку, да? Это оба шатал. Да. Ну шо? Где? И там. И тут-то? Все лазят, смотрят. Как утрамбовать? А никак не утрамбуешь там. Там в Сергее есть кучка-то. Не Лиза. Не-а. Да давай ебанем там отсортировать потом. С трапсом вместе? Да. Тут машины классные везде. Все, почистились? А я нет еще. У меня зерно не дает. Вообще мы обед ждем. Пока мы... Мы ждем обед. Там награждем. Не успеешь 5 раз почистить. Логично. Я вообще, мне кажется, не нужен. Нет, как? Нужен, да? Конечно. Тон 30... 40, нет, 40 точно сделаем, да? Поехали туда, нахуй, Лёнь. Скажи, поехали туда, скорее всего, сыры, нахуй. Куда? На рог туда. Да ладно, это все равно косить, что же я оставлять? Все равно сюда где-то приехать. Да нихуя, где двум проехал, все, сюда приезд, блядь, потом. Ну да. Это уж самое на у нас в угле поле. О, машин приехала. Да хуя, ты скажи мне, что это делится. Да не, я предлагал уже рабку сверху отсортировать потом, на сопах, да? Пойду выгружать 1,5 тонны. Едем на противоположный край поля, где тележки. Я мог, конечно, выехать и здесь, но смысл выезжать раньше комбайнов. Так что нет, не буду. Три мешка везу, не могли достать тебе. Да нам помочь Лёхе там подцепиться, Мишке тоже помогу. Тележки. Хоть камера у них и есть, но все равно так проще. Ну и не спехом сейчас залезу в перегрузчик, подмету под рапс, вымету пшеницу. О, сейчас еще выехать надо как на трассу, блядь. Ехать-то, блин, 500 метров по сути. Ну один хрен по трассе ехать. Подождем.
там вон машины идут, здесь машины идут. Это я не проскочу. Ты мне сказала, что веры мне нет больше никакой. Я посмотрел тебе вслед, плюнул, выпил, махнул рукой. Ты мне сказала, что я пьяный, словно тупая свинья. Я улыбнулся в ответ, что ж, правда твоя. Да, я выпил, а кто сейчас не пьет? Либо мутант, либо моральный урод. Да, я выпил, а в чем здесь вина? Правда всегда одна. Ты указала на дверь и сказала, чтоб я уходил. Ты мне сказала, что я дегенерат и дебил. Только меня и свинину пойми, что твой мозг маловат. И разрушится систем наших координат. Что? Ой, пиздец! Агроном мне показывает, поворотик у меня моргает. Лёх всю трассу запылил. Ну посмотрим, 30 гектар. Я здесь глубоко рыхлил в том году. Но 4 дня назад все было хреново, он был сырой. Не уверен, что я что-то изменилось. Ну а вдруг? Сервис погрузчиков Автогрупп. Ремонт автопогрузчиков. Машина, оказывается, неспроста стояла. Подписчик был, Алексей его зовут. Остановился поприветствовать, поздороваться. Сделали фото. Ну, прям 5 минут с ним. Он говорит, частенько езжу, частенько вижу, но всегда издалека. А здесь удачно попал, что ты как раз прям край трассы стоишь. Остановился, поздоровался. Очень приятно. Сижу, жду, когда этот рапс смолотит, когда его намолотит меня. Это будет еще не скоро, походу. Агроном катается с Мишкой в инженерном комбайне. Смотрит там, наверное, влажность как, что. Ну, будем глядеть. Если не получится, то придется... Да придется в любом случае сегодня ехать в Симеон. Тут 30 гектар, я не знаю, к вечеру смолотят они, я думаю. Чтобы переехать в Симеон на Рох 1-2 поле. Нихуя себе, вы даже что-то намолотили. Кто? Ты. Ничего не понимаю. Вон черный горб у тебя торчит в бункере. Выгрызаем потихоньку рапс на этом поле. По урожайности сказать трудно, но в принципе-то есть. Я думаю, где-нибудь в районе 15 центнеров в любом случае, наверное, выйдем. Так что для этих песчаных земель суглинистых, в принципе, даже и неплохо. Так, у Лёхи пол бункера. Да я думаю, я, наверное, с ним кружок прокатнуться успею. Скучно стало. А-а-а, вот что. Газета полувлажный рапс. Не. Сухой, да? Не так. Какое? Хуер-буер. Ни вдоль, ни поперек, блядь. Да, странно какая, да? Хуйня какая. Не пойми, от чего тут? От чизелевки? Да, я отчизелевал вот так. Не больно, ну хоть так, Ром. Не так, не так. Ну никак, да? 5 км/ч убьешься. Бурновал я с диагональю, ну тоже вот так где-то нафиг. Я понимаю, ну так мы ехали тут, ну а так еще. А, это качает это. А лучше бы, наверное, вот так, мне кажется. Ну и хрен его знает. Но я сейчас поехал, разгрузился от вас, бляха-муха, блин.
9 км в час. Не могу разгоняться, правда. Видно, если я 5 еду больше, где убьешь. Ну, кружок, наверное, сделаем, да, ничего? Сделаем. Там у тебя полбункера вроде. Хватит, что ли? Хватит. Центруешь? Бля, уже какой-то... Блять, заебали они, а! GPS сбили? Ну, видишь, уже все, ничего нету. Ну, это ж нормально, она тебе и пропала. Не, ну, а красным все, ну, понятно, не пропала. Ну, а то вообще в ошибку уходит, в ерор какой-то, да, там, ну, вот блядь. Я стоял, да, и чего-то попали, а я стоял. Он прям наглухо прям вышибает. А у тебя... О! Че? С ума сходит, что ты видишь, ломанулся. Бом. Ага, нормально. И он я, он нахеракнуло, стоял на месте, остановился, а мне пока чуть не на метр сместилось. И, видишь, опять отключил. Во, бля. Это трындец какой-то, они заебали уже ездить тут. Вот, никуда. Да, здесь хоть раз хреново. А я прикинь, вот чизлевал, Лёх. Бля, сколько мне приходилось на руках просто ездить, порой, знаешь, плюнешь так, на руках нет, да. Ну, уже так сориентируешься. Так и сеять попал. Вот, ну, да. А ничего, все в том году, хоронючки, 13-е откуда тебя приехали, и от поля, бляха-муха, и все около трассы, и бляха-муха. И так ждешь, когда ж подальше от нее уйдешь, нафиг, блин. Ну тоже, у кого сигнал сильнее, у кого слабее, блядь, тут ну, не да, угадаешь. Ну да, прям видишь, и ничего, а это прям вообще добивайте. Ну а что хоть там, цедишь 15 будет? Да больше. Больше даже? Нормально, для этого песка ничего так даже. Не, он прям как удивительно, рапс в этом году везде. Ну да. Что-то дало за сорокой молотить, что-то почти 24 центнера дало. 23 с копейками, что ли, да? Я говорю, я был охренел. Да, а кто-то говорил, что там рапс лучше всех. Да он вот этого дед неплохой дед быть. Ну я понял. Блять, и правда, глянь, какого. Вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. Диваль уже подходит. Морская болезнь, ах. Пойду гляну, что там сыпет в бункер. Нет, так рапс крупный, блядь, черный, прям нормальный. Прям как на подбор идет. Прям идеально. Вон конкурент едет. Или это коллега. Это коллега. Напарник. Коллега. Здорово! Степан. Ладно, через разгрузку тебе приду. Мозга как тебе поедут. Да. Давай, Лёха, рассказывай, что там, блядь. Какие обороты, какие ведра, да. Уёбся я уже. Устал, да? С этой уборки, блядь. Так она теперь, Лёх, бесконечно будет. Ты даже пахать в этом году не будешь. Я тоже так хочу. Всё задискуем, нах, Лёх. Ой, блядь. Да, чё, блядь, комбайн один стоит, второй стоит, молотить, блядь. Да, два комбайна стоит сейчас. Михалыч стоит, комбайн. Но Михалыч тоже по состоянию здоровья не молотит, если что. Комбайн на ходу. Все заболели. А Мишкин поломанный. Мишкин поломанный, но это вы сами видели, да. И неизвестно, что когда, как. Ну да. Начинает правый закрываться. Да? Ну что ты бежишь? Ну это да, блядь. У меня и так уже лямка одна порвалась на тапочке, нахуй. Я это вообще потеряю, нахуй. Там меня нет. Покрышку видал, херово. Тебе вырежу. Прок вязальный у меня есть покрышка. Не-не-не, мы этот... Покрышку и ремень, который ты снял трехручевый, сверху так вот хуякнем. Ремень из ремня тебе, вот, сделай без ремня. Который ты сегодня менял. Несносный был, да, танки, наверное? Не говори. А из покрышки будет даже шиповный, скоро снимать. Чтоб ты не скользил. Ну да. Ты голова, бля. Я теперь знаю, как ты детей в школу обулах.
Пашка, наверное, там в трактор на Беларусь ходит, на протектор, на елочки, блядь, такие. А Соня от велосипеда. Вот тяга, вытяжка работает. Комбайн, ну надо покурить. А, Олег, помнишь, давал курить? Ну да, да, да. У меня тоже покуривает твой. Нормально. Да он тебе весь фильтр забьет сейчас, нахуй. Фонарь вот этот маленький работает. Куда он светит? В лоб, блядь? В глаза, нахуй? На руль? Да хуй знает, куда он светит. Как непутево сделано. Я в сон не включал. Да? Не, у меня лучше. Да вот это мне больше всего нравится, блядь. Вот такой приятный. Красным светом, так, да. Так светит, охереть. Не напрягает. Все видать? Тогда вот молотили, когда по вечерам, вот это когда сою, блядь. Я на нем тогда же ночью пахал. Блядь, охеренно сделал. На моем уже такого нету. Ты в ночь пахал? Да мы как-то с Михалычем, что получилось, да, неделю-две он в ночи, и на неделе получилось, что я. И все, выходной кончилось. Нормально пахалось? Нормально. Ну, 11-й ходили, блядь. Да? А потому что тогда еще цитанки сеяли. Он Михалыч сам говорит, а после вот этих вот охуительных сеялок, блядь, хуй плуг. Ну, а там какие колеса укатывает, как, блядь. Да. Так мы еще потом после них катаем. Да. Это же прикольно, это феномен, блядь. А потом, блядь, земля почему-то не вырабатывается. Ну я сам так никогда такого не был, ёбаный. А ну там с Михалычем что-то, блядь, разговор зашел. Да ведь после цитанки никогда. Да что, она пробежала с шняками по себе, а это все закатывает. Так, так у вас еще и цитанка была, блядь, без прикаточек, колес даже, нах. Ну да. У вас за горточами она была, старая цитанка. Я вот тогда даже похуй, на пшеницу заходишь на 11-й, на ячмень заходишь 11-й. А сейчас, блядь, на 8-й, блядь, порой не хуй. Ну 8-й, а 9-й вообще за счастье. Ну да. Ну, Михалыч говорит, я меньше 30 с лишним никогда не пахал. А что 25, все, потолок. А солярки болт. А норм какая у вас на пахоте, Лех? А я херю. 25? Не знаю. 25 сейчас еще надо спахать. Вот это на том поле весь день, 22 гектара. Все. Ну не, у меня с бурхлителем норма там висит 24, бля, гектара. Ну и это, ну, где-то так же. С ним, по идее, надо с полга меньше. Пол стекла, Лёх. Ну все, мы не доедем, тебе придется идти. Я пошел с Мишкой доеду, нахуй. Сервис, да. Доставка. Доставка до перегрузчик. И зерна, и тракториста. Очень удобно. Ты очень близко подъехал к краю. Да похуй, он что, пустой какой. Я даже с места не сдвинусь. Ты попадаешь. Ну да. Не скипнусь. Да, корыто не маленькое, так сказать. Корыто охеренно. Покажи, у тебя бункер такой был, блядь. Ты комбайн переводишь. Не, у тебя комбайн был соответствующий, прикинь бы. Ты в него как на БелАЗ залазил бы. Ну, трапс как раз может пиздеть вылазить почти. Потом что, землю так делать? Слышь, утоптанные, блядь, таким комбайном, я не знаю. Взорвать. Ну да, блядь, слышь, заряды прям по следу. Потом как-нибудь разровняется. Потом затисковал. Там едь-боедь, да?
Да, пока мы сейчас пожрем, пока домолотим, пока цепимся, подцепимся, пока доедем до Семена, уже 7-8. Я боюсь, как бы не к 8 было. Пойдем, когда доезжать будем, бля, да? Нам по трассе тут съебаться самое главное, там, чтобы дома. Ну, бля, да, трасса самый пиздос, но. Я под вечер за нуфу полезу. Пополничали и доубирали поле. Все. Я надеюсь, что влезет, но не точно. Может быть, придется чуть-чуть привезти самому. Чтоб КамАЗ не мотался. Мне сейчас, конечно, тут завернуть надо такой дугой, бля, с выездом, скорее всего, на встречку. Потому что сразу выезд на перекресток. И сразу вправо надо уходить. А, не, на встречку не пришлось выходить. На свою полосу сразу вышел. Здесь еще разгонная полоса, но разгоном мы не трогали. Ну и отлично, догоняем ребят. Можно сразу аварийку даже вмахнуть дополнительно к мигалочке. Сейчас мы их догоним. 40 км в час у меня, а они едут где-то примерно 30. И будем тянуть на бригаду. Все, молотить сегодня вряд ли у нас что получится. Уже 11 минут 7 вечера. Пока мы доедем, это уже поздно. Семеновская, 8. Вот тут как раз рог 1-2, который мы будем завтра молодить с рапсом. Все, заехали, помоги, говорить.
Не буду Колым отбирать у людей. И 7-й Симеоновская. Где, собственно, сейчас молотят яровую озимую. Дон 1500 он ходит и Джон Дир 2266. Никита, тебе не надо управлять. Джон Дир полный стоит, Лёшка по рации говорит, подъехай, помоги людям, разгрузи. Ну что, на общагу, товарищи. Добрались успешно. Всех благодарю за просмотр, за вашу активность. Увидимся в новой серии. Всем удачи, всем бобра.